Сразу убивает. Я тоже не тронула. Блин, как повезло. О! Как вы там прошли? А ну вернитесь и покажите мне, да? Как свое, вот уже родное. Там опасная фигня. Привет, крошки! И мы пришли в лобби без прыжков. Уже у нас 135 уровень, боже мой. И... И уже... Еще на 135-й. А нам потому что мы сторону? Уже дальше, вообще-то. Да. А в какую сторону идти? Нет, вообще в другую. А-а-а, да. Я что-то не туда пошел. О, я же это все прошел. Я пошел отлично. Классно. Да, и мне тоже можно, оказывается. Ой, не получилось. Ладно. Иван, мы тебя ждали, мы немножечко пришли. Да, да, идите. Тем более, я была там очень далеко, я успела дойти. Да как? О, получилось. Ой. Вот. А, прыгаю. Ой, но да что ж там-то такое? Там-то все впереди легко, а вот дальше разве? Уже не очень. Ну, вот тут легко, да. Ой, а что вот... делать? А вот тут как быть? А там наверх надо было. Да, не работает такое. Я уже забыла, как обходить вот эти вот штуки. Я так не люблю эти стенки. Да, это ужас. Это наша с Ульяной боль просто. Да. Фух, а страшно. Я могу попросить помощь Йоши на 140-м уровне? Как помощь зала, только помощь зала. Ага, помощь Йоши. Конечно, что не так тут? Ну там помоги мне там. А что я должен сделать? А я сейчас подойду, подожди. О, тут есть прыжки. Так. Мне кажется, я на 140-м так и останусь. О, ну вот мы тут небольшая загвоздочка. А, что тут помочь? Я не знаю, что дальше делать. Вот что тут делать? Сейчас, смотри, вот так посмотрим. Сюда. Ой! О, ничего себе! Как это? Я не смотрела. Я боком так вот себе сделаю. О, молодечек. А, так, еще. Бриз. Дальше. Нормально. Ну, нормально, тоже хорошо. Зачем я пробел сейчас нажала, кто знает? Да. Понятно. Это проблемы пробельные. Пробельные. Короче, а как быть, реально? О, вот сейчас Йоша спустись там Еве стеночку, подсказать. Да, просто. Хоп. Проходишь. Все, сюда. Ура. Просто, так, что, прошла? Все, нормально? Да, я даже не знала, что я прошла. Ничего себе. Интересно. Прикольно. О, нет, не прикольно. Страшно. Ой. А что я там еще прыгала? Фух, а мы все, а ты где? Да все, я а там где? Была. Вот. Я показывала, что я вот тут стояла. Ой, мне дали бейдж. Прикольно. Да. Ой, а мне тоже, наверное, дали бейдж, но я не посмотрела. Какой-то вызов. Да. Ой. Так, подождите, а у нас вверх сложность идет, да? То есть у нас 4 сложности осталось. Да, но... Всего лишь, но они самые должны быть противные. Как вы там прошли? А ну вернитесь и покажите мне, да? А ну-ка. Сейчас. Ой, да, вот тут. Как... все. Тут... А, ну ладно, тогда уходим. Так, знаете, я как-то уже сроднилась с этими стенками. Вот как-то они уже такие вот, как свое, вот уже родное. Там опасная фигня. Блин, ребят, у нас там еще второй этаж. Капец. Где? Да вон наверх посмотри. Вон, видишь? Не хочется. Да. Но мы туда не дойдем, Ева. Да, а тут как пройти? Да вот, мы спокойно просто прыгаешь. Видимо, ничего не надо нажимать, я поняла. Да. И правда, так и надо было. Так, а тут что? А тут? Ой, в неприятную сторону! Слева? Это не моя сторона! Это не моя сторона, я не умею. Вот они вонючки, они специально... А они знают, что ты не умеешь. Да. О, нормально. Да ладно. Ха! Вот так, хитрюги мы. Опа. Ой, как я же так быстро... А ты прошел? Ты уже был здесь, да? Конечно. Эх! Ой! Что я делаю? О, нормально. Неприятное. Когда ты давно не пользовался прыжком, а тут вдруг тебе разрешают, ты такой, боже, как проходить? Нет, проблема в том, что это не твой прыжок, они за тебя прыгают, и это очень неудобно. Ну да, ты не умеешь прыгать, когда... А с какой стороны здесь? А как? Ух. А как? А, ладно, не стой, нет, там не получится. Не стой, беги. Да. Мне захотелось. Вот так надо, вот. Ладно, просто проскакала. Так, опа. Слушайте, да легко все пока что. О, стоп, а как?
Мне нравятся эти фразы в одном предложении. А мне нравится, как Йоши просто телепортируется. Сразу же. Я успела. Ну, еще есть такая возможность у меня, поэтому. Ой, фух, я тут подожду. А, чего? Лана убила, а я просто упала. А я вообще не поняла, типа, я же за ней шла, как меня убила. Она лагает. Да. А почему мы гости тут? Ну, не почему? Прошли, как? Значит, пока гости. А, я поняла. Ульяна, как у тебя там делишки? Да нормально, иду. Идешь? Хорошо. Да. Я тут зачем-то тороплюсь и, естественно, падаю. Оу, какая неприятная штука. Да, я с первого раза ее прошла, кстати. Ну да. Стоп. А как это? А, она меня что-то не подкинула сначала. Тут можно боком вообще. Там, короче, лайфхак такой прикольный. Я тут башкой вообще долбанулась. Ёша, до какого ты уровня дошел? Ну вот, 153, все. А, все, да? Окей. Ну да, уже все. Ну стены эти, ну я не могу. О, отлично. Так, а что тут у нас? О. Да, ну спасибо хоть за маленький кубичек. А я почему там... Ой, не туда пошла. Там упала, там все хорошо же было. Нормально же общались. Вот именно. Я не понимаю. Да, ну в конце я... Почему я... Что я делаю в конце не так? Я не знаю. У меня что-то как-то... Сначала все идет отлично, а потом оп, и как-то вообще нехорошо. Давай. Я сейчас выйду из игры. Ну, просто объективно без причины сейчас меня скидывают уже который раз. То есть я делаю все как робот, идеально одинаково. И каждый раз меня в одном и том же месте просто выбрасывают. Да. Вот опять. Я реально сейчас выйду, такое ощущение. Не, ну это бред какой-то, правда. Ёша, ну не злись. Я вот прошла, знаешь, на каком я уровне уже? Вижу. А ну-ка. О, 160-й. Да. Ай, а я сейчас тоже там буду. Тут такие суперлегкие пошли вообще, прям аж немножко страшно. Да, там вообще в обход можно. Чё, код можно? В обход. Ну, код тоже, в обход. Наверное. Я почти дошла по вот этой вот штуке и, короче, ногой ляпнула всю тяжку. Я не понимаю, где у меня границы тела заканчиваются. Когда я могу наступить на светяшку, а когда не могу. Страшно. Все, я побежала. Фух. Опять неприятная стеночка, да? Да нет, ладно, хорошо. Так, там было легче, чем я думала. Ой, все, ну начинаются вот эти вот ниточки. Пройди, не упади. Опа. А это куда? Ого. Это стекло типа? Ага. Ну да, я проверила уже. О, зачем я нажала на пломбира, я не знаю. Но мне это вроде как помогло. А почему там нет чекпоинта? Потому что это, видимо, один из тех уровней, который сложный, и он перед тем, как ты переходишь на следующую сложность. То есть следующую сложность надо заслужить. Ого. Я заслужил. Что-то я услышала, там немножко замутило, конечно, Йошин крик, но это было эпично очень. Чего? Какой крик? Я сказал, я заслужил. Нет, до этого я была... Я посмеялась немножко. А, это ты? Я смеялась. Да что, да как пройти? Ну реально, последний уровень и такой, зараза, сложный. До этого все так хорошо начиналось. Вот как? Вот, о, нормально. Нет! Сколько стоит пропустить? Блин, дорого. О, подождите. Использовать пропуски. Один. Может, я использую? Ладно, я последний раз попробую. Если у меня не получается, я пропускаю. Да, ну куда я лечу? Ёша, смотри, как умею. Сейчас, погоди, видел? У меня тут этот сложный уровень проходится. Как ты умеешь? Ну, подожди, смотри, вот. Ого, ты крутая! А как там, а что? Показывай Еве потом это. Да, покажи. Ну то покажите, как 160-й пройти. Почему я так тороплюсь, что я падаю? А, так тут можно бесконечно прыгать. А вот тут? А как? Ого, он длинный! Ага. Жесть! Фух, я прошла. Это просто было нереально. Так, хорошо.
Ура, Ева, на 164-м я тебе хочу показать фокус. Капец, я на 161-м пока что я не дойду до такого. Не-не, там легко. Уровня. Фух, ну не скажешь, что прям сильно легко. Ой, меня не сразу убила светяшка, но так, неприятно, короче. Так, ну что, 164-й, я падаю. Смотри, стой, смотри. Да подожди, там у меня тоже... Ну, сейчас. А у меня вот такое, вот, ну вот... Ну вот так, вот так по границе можно прям. Ну ладно, давай я смотрю. Сейчас. Давай. Сейчас, секунду, это было плохо. Подожди. Не смотрите. Смотрите. Ну, блин. Прикольно, а как? Я так все прошла. Ну я тоже так проходила, но... Просто, вот, так красиво получилось. Я прям все два раза прошла подряд. Просто на запись никогда не получается. Не показала даже. А, ну да. Все просто... Бояться этой записи. Она такая. Вот, смотри, блин. Я тоже так проходила, я понимаю, как это. О, Ульяна, здравствуйте. Привет. Капец, ты быстро прошла последний на том уровне? Да, как-то повезло. Меня иногда стенки пускают, иногда нет. А, да, понимаю. Блин, а у меня тут почти получается, почти не получается. Пожалуйста, живи! Капец. Ладно, передохнем. У нас же вечно эти прыжки. О, нормально. Нормально, последний, давай. Фух. Капец. Так, а ты что делать? А как? Тут я никому не завидую. Тут Ёша прошел. Ну. Ага. А как быть? Ну вот как-то. А-а-а. Так, ну это очень тяжело. Ой, неприятно. Прям это вообще. Просто ужасно. Мне капец как не нравится. Ничего не понимаю. Тут только, видимо, с шифтом, правильно? Да, конечно. О, ребят, а реально один пропуск этапа, он бесплатный. Да понятно, ну хочется где-то, где более сложно будет. Тут вроде не так сильно. Тут понятно хоть как проходить. Ну как тебе сказать, как по мне лучше пропустить. И я пропустила. О, я прошла. Ульян, короче, объясняю. Берешь, зажимаешь shift и вот так тут дергаешь вправо-влево немножечко. Ага. И тебя, короче, перекидывает немножко левее. Ну, ты, естественно, вверх еще ползи параллельно. У меня так получилось. Я просто пока своей тактикой пользуюсь, сейчас попробую. Ну, короче, так, поворачивайся, крутись, и оно пройдется. Ну, ладно, пожелаем удачи Ульяне. Ага. Так. А что такие стенки огромные? Кажется, я... Ух, нормально. Хотела, так сказать, напугать их, что я только сейчас буду вот пропускать... Оно получилось. Ёша там далеко ушел, интересно. Да. Достаточно. Это светяшка, она сразу убивает, Лана? Да. Она... Я не знаю, я ее не тронула. Капец, ну я тоже не тронул, но монстр! Мне кажется, что сразу убивает. Я тоже не тронула. Блин, как повезло. О! О, фух, я прошла. О, крутая вообще. Ну я просто на этом уровне сидела уже кучу времени. Ульяна, как получилось? Каким способом? Я включила shift и мышкой осторожненько двигала. А, ну вот, да. Примерно так же у меня тоже получалось. И это хорошо. Так, а это что у нас тут такое? Нормально все. Ну, тут опять меня встречают стенки, как обычно. Все, я застряла. А, да. Там неприятнейшие стенки. Ого. Ух ты, ого. Интересно. Не думала. А как быть? Ну, просто тянись как-то там, это, куда-то. Тянись. Капец, интересный способ. Жесть, я ничего не поняла, как я это сделала, но я, короче, этот уровень прошла. Опять слева стенка? У, какая, блин, здоровая. Противная такая, да. Неприятная, я просто ужас. Они знают, с какой стороны нам стены делать. О, ребят, тут, короче, этап вообще жесткий. Там будет три светяшки с этими прыжками. И надо их вообще не задевать, я не знаю, как это пройти. У меня вечно один косяк какой-то, но будет. Ну, я хочу сказать, что мы и так уже достаточно хорошо она проходили, не? Да, я тоже хотела сказать, вот сейчас дойду до какого-нибудь непроходимого, и все, можно дальше не проходить. Я дальше не хочу проходить, мне вот уже не нравится. Я прошел, офигеть.
Офигеть, ну вот, реально. Вот только скажешь, что ну, что-то не получится, ага. А потом бабац, и все получилось. Реально, слушай. Короче, я чувствую, мы этот не пройдем реально, потому что там что-то где-то как-то прыгать так да, высоко надо. Да, она противная вообще. Это как? Я не знаю. Я тоже не понимаю. Следующий этап у меня, кстати говоря, безумный. О, я прошла! Ого! Да я видела. Блин, крутая, чё. Главное тут не упасть, тут еще два раза вот этой противной. Может, тут подпрыгнуть всё можно, нормально. Допрыгнуть вот сюда наверх? Нет. Там надо именно с самого краешка, и в принципе работает. Ой, ладно, я думаю, мы попробуем сработаться в следующий раз. Вот, пока там где-то... А, это назад, это Ульяна. А вот там, вон там... Не, я нормально, Йоши. Проходи, чё ты а где, а ты где? А я тебя потеряла. Я прошла вперед. А, стоп, а где Йоши? Йоши еще дальше. Нет, я думаю, на этом будем заканчивать, потому что мне что-то сложно уже, и надо на потом еще оставить. Смотрите, там уже... Нет, подождите, а откуда вот этот вот верх? Наверху же еще уровни. Ой, страшно. Короче, на сегодня это все. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на все наши каналы, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока. 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 Пока.